Всем привет, пришла на обед. Всем привет, пришла на обед. Видите, как у меня прям стихами заговорила. Разогреваю себе вчерашние макарошки, у меня тут остались. Вот. И чаек сделаю. Чтобы 150 раз не ходить туда-сюда. Чай зеленый, наверное, заварю. Вот, с орешками. Вкусняцкими орешками. И все, посмотрю сериальчик какой-нибудь. И наработку опять. Сегодня. А завтра воскресенье. У нас завтра кое-что намечается. Так что все, друзья, подписываемся. Подписываемся. Пальчики вверх. Комментарии. Жду от вас комментарии. В общем, все как обычно. У меня там машинка стирает. Знаете, на улице так тепло, так хорошо. У меня сегодня цвет настроения желтый. Так что потом, когда на работу приду, вам покажу, что у меня за цвет такой желтый. И на пляжик обязательно сходим, конечно, после работки-то. Надо на пляжик сходить, причем там море прям как такое прям... Что это такое свистит? Такое прям как зеркало. Классное. Хоть купайся, лезь. Ну, а дома, как всегда, прохладно. Дома холодно. Видите, халат напялила. Не люблю в одежде в такой... Ну, в уличный дом еще ходить. Мне как-то неудобно, не знаю, валяться. Сейчас я же на диванчик сейчас лягу. А вот сильно не наваляешься в уличной, поэтому не знаю. Такая бы погода до весны держалась, был бы шикардос. Только почему-то температура дома не нагревается. Не знаю почему. Пошла на улицу, на работу. И хорошо хоть сейчас доперла. Взяла ключи мужа. А у него в его связке нету. От парикмахерской моей нету же у него. Чарли! 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 Бин, 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 аки! Бин! Там кто-то идет. Аки! Пирате, Минеки. В общем, у него нет ключей от парикмахерской, приходится возвращаться. Такое бывает тоже. А, кстати, цвет настроения желтый. Сейчас я вам как раз... У меня не хватает времени никогда показать. Не сделать фотки в лифте, потому что у нас второй этаж. И вот такая есть. Телепузик. Тут у меня джинсовый комбинезон. Здесь такая вот у меня. Так. Вот, сейчас никого нет, надеюсь. Потому что Чарли гавкает, если кого-то встретить. Не, ну надо же, такая Маруся вышла. Блин. Специально даже посмотрела. Ты куда хочешь? Побежал. Чуть-чуть опаздываю. Ну как, не чуть-чуть опаздываю. Я всегда привыкла приходить на работу без 10, без 15 раньше. Вот. А сейчас прям тютельку в тютельку подхожу. Потому что... Чарли, не друг. В общем, потому что ехала, у меня бензина было. Одна линия. Ну, думала, вечером сегодня заправлюсь. А сейчас завожу машину. Она прям уже все на красной уже зажглось. Пришлось ехать на заправку. Я вообще, знаете, не люблю заправляться. Я не знаю почему, но меня бесит заправляться. Я никогда не понимаю, какой бензин мне нужен. Все время я забываю. А еще их там разные. В общем, ненавижу заправляться. И всегда езжу на заправки, на те заправки, в которых, ну, есть люди работающие, и они тебя заправляют. Вот, потому что где, если самообслуживание, это вообще я как дурак, знаете. Вот вроде не глупая, там, а вот в этом смысле смотрю и не понимаю, что какой мне бензин нужен и как мне это заправиться. Все время боюсь, что я не тут. Не тем заправлюсь, а там говорят, если не тем заправишься, то что-то это для машины не очень хорошо. А вы любите заправляться? Я не знаю. Я не знаю, почему вот машину вожу уже лет 8, наверное, может, все и 10.
Причем, знаете, вожу так активно. Я с первого дня сдачи экзамена села за руль, и я его уже не выпускала, как говорится. Каждый день. Не знаю, у меня, по-моему, ни одного дня не было перерыва, чтобы я не вела машину. Раньше у меня всегда муж заправлялся, то есть у меня там... Ну, когда была одна машина, я всегда ему там, заправь машину. Так как сейчас своя, как бы, мне ее приходится заправлять. В общем, вы поняли, да, что я вам хотела сказать. У нас опять какая-то дымка на улице. Ксана, ты же опаздываешь. Ну, хотя еще на церкви у нас колокола, вот там они бьют каждый час. Вроде еще не прозвенели. Смотрите, какая красота. И дымка небольшая. Я сейчас поработаю немножко. У меня в основном в субботу все по записи. Даже не по записи, я знаю, кто придет, во сколько придет. Вот. И если кто-то, ну, залетный, скажем так, они мне всегда либо звонят, либо по WhatsApp сообщают. Поэтому я ухожу даже пораньше. Иногда, когда никого уже нет, без зазора совести, зная, что клиентов больше не будет. Ребятишки что-то там играют. Погода вообще замечательная, прям настоящая весна. Цвет настроения желтый. Конечно, желтый не очень, потому что тут уже начинается мазаться от макияжа. Хотя я не сильно прям макиярюсь, скажем так. Но все-таки. Здесь вот детям не так опасно. Почему? Потому что машины сильно быстро не едут. Где я? Правильно, в Меркадоне. Я не хотела сюда приезжать, но вспомнила, что у меня нет картошки. Ну и салатик возьму. Народу, конечно, дофига, как всегда. Маленьких тележек нет, пришлось взять большую. Вот они встали, и все. Будем таранить. А как иначе? Иначе никак. Они встанут и стоят, болтают. Так, сначала пойду я фрукты, овощи. Будем выбирать. Картошка у нас, конечно, большой мешок. Мы ее не очень едим. Ну, вернее, картошку-то я люблю, но, блин, она 4 евро. Вот этот мешок, а сколько здесь? Ну, в общем, не знаю, сколько. Это килограмм 5, наверное. Фруктики взять какие-нибудь? Или не надо? Что-то мне здесь пока ничего не нравится. Клубники что-то я тоже обожралась, уже не тянет. Манго, кстати, уже нашего нету. Манго все привозное. Вот это, например, из Перу. Может взять одну. Видите, там написано Перу. 86. Вот это прям мягкая. А, так ее взвешивают на кассе, вспомнила. Значит, возьмем одну. У нас уже закончился сезон манго, поэтому будем брать из Перу, из Латинской Америки там. Может, какую-нибудь малинку взять. Малинки, малинки, такие вечеринки. Что-то малинки неохота. Пойду за салатом схожу. Салат, знаете, какой беру? Если он, конечно, есть. Уже готовый, нарезанный. И мне нравится именно здесь. А где они есть, салат, это не пойму.
Что-то в упор непонятно, где они есть. А, вот там, нашла. Вот, энсалада де ла каса. Здесь уже все нарезано, все срезано, все есть. Вот, вкусняшка. Видите? Но стоит у нас €79. Я всякие пробовала с Лидла, пробовала. В Лидле мне нравится салат Цезарь. А такой салат мне нравится в Меркадоне. Что бы еще тут вкусненького? А можно еще, знаете, что взять? Вот такой, наверное, супчик сварить из нее. Санаури, сивой моряды, куры, трусов, диапи, колбасин, санаури. Я брала в прошлый раз другую какую-то. По-моему, если не ошибаюсь. Или эту, что-то я уже не помню. Файсана. Такую брала, не такую. Апио. Санаурия. Росис де апио. Ну да, возьму. Супчик очень хорошенький такой, фруктовый. Ой, фруктовый. Овощной получается. Ну, в овощах вроде бы все. Будем дальше смотреть. Вот такой люблю брать перчик. 600 грамм стоит. Ну-ка. Что-то мне как-то не нравится этот перчик. Он какой-то некрасивый, смотрите. Так. Что-то они все какие-то битые-убитые. О, вот этот вроде ничего. Так, стоит он у нас €49. Ну, €50, скажем так. Едем дальше. Артишоки. Я не очень их люблю, если честно. Вообще выбор что-то маленький. Уже все разобрали. Не подкладывают. Будем дальше смотреть. Смотрите, вот вам, пожалуйста, в пижаме на магазине. Видите? Вот, видите, в пижаме идет. А вы говорите... Что-то там кто-то одевается. Люди в пижамах ходят, прекрасно себя чувствуют. И даже ничего не боятся, не стесняются. А что, удобно, ничего нигде не жмет. Зашибись. Так, яйца надо взять. Яйца Эль беру всегда. 24 возьму. Яиц мало не бывает. Смотрю всегда сзади, потому что если какое-то яйцо разобьется, оно, естественно, течет. И если какая-то из вот этих вот мокрая, значит, какое-то яйцо разбито. Так, едем дальше. Мясо, может быть, какое-нибудь взять. Косточки взяла. Там они. Хочу щи сварить. Щи хоть попу полощи. Так, что может курицу какую-нибудь взять? Или что взять-то? Знаете, я раньше курицу любила вот там разделывать, а сейчас она как-то мне запахом не нравится. Не знаю, что со мной случилось. Но как-то она мне не очень курица. Может быть, индейку взять? С индейкой что делать? Когда в голове меню нету, то ничего не надо. Будь здоров, расти большой, не будь лапшой. Ой, смотрите, такой деликатес в Испании, это вообще не едят, я не знаю, что они с ними делают. А вот это вот вкуснятину я ем и делаю. Но я беру их в Дании, они там намного дешевле. Надо, кстати, мне сходить и забацать. Ну вот это чудо, я, кстати, люблю. В деревне очень любила их, может быть, взять, знаете, и в щи с них заделать. Вот так вот всех обсасывать, ням-ням-ням. Слушайте, ну возьму. Только поменьше, которые, знаете, а поменьше. Вот, 1,40 рубля. Видите? Ха-ха-ха, пишите в комментариях, какая я чудная. Берете ли вы такие лапки? Кушаете ли вы их? Хамоны. Смотрите, уже нарезаны, вкусняшка. Ну, тоже это вкусно, но мы как-то вот от этого всего отошли потихонечку. Жизнь мне когда наесть. Вот, смотрите, в пижаме, в шлепках,
в магазин пришла. Так что все нормально. Все как надо. Как хочу, так одеваюсь. А, оливки здесь очень вкусные. Оливки, сейчас покажу, какие. Слушайте, я что-то таких, которые я люблю, не могу найти. Блин, без косточек я не люблю. Гаспачо какая-то. Я такие не пробовала. Слушайте, ну а где мои? Они такие были вкусные, а сейчас их что-то нету. Чупа-дедус. Вот у меня подруга все вот такие берет и говорит, вкусные. Найдем вот такие. Чупа-дедус. Типа... Обсасывайте. В общем, короче, говорю, как есть. Сосите пальцы. Ой, что тут стесняться? Как есть, так и говорю. А моих, которые сюда покупал, что-то нету. А, или вот этими, где тиряне. Нет, вроде бы нет. Нет, это коктейль какой-то. В общем, она берет вот это вот. Пальчики обсасывай. И мы попробуем. Давно уже их не было у меня. Возьму вот такое какао. Мне иногда очень нравится пить какао на ночь. Без сахара, солюбли. Еще мне мужу надо купить кофе в пакетиках. У нас, представляете, все выжило. Ему, кстати, понравилось кофе в пакетиках. Все уже разложила, пробую оливки. Кстати, если культурные назвать, то оливки называются пальчики оближешь. У меня даже язык заворачивается. Кстати, очень вкусные. Обалденные, ну, конечно. Вкусный. Я даже больше из них чеснок люблю. Там вот чесночок есть. Тоже вкусный. Все, две съела, хватит. Хорошего понемножку. Лучше чай сейчас делаю и пойду купаться. Ванный день сегодня устраивать буду. Буду сегодня маски наносить. С вами буду прощаться, потому что уже довольно-таки поздно. Пока искупаюсь, пока туда-сюда лягу, потом полежу, отдохну. И всех вам, как это, хотя нет, у вас выходные уже почти прошли, вот у меня только начинаются. Ну, в общем, прекрасного вам воскресенья, всего самого наилучшего и не болейте. Пока-пока, до завтра.